В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, на территории области проводится республиканское оперативное профилактическое мероприятие «Автобус» с 20 по 22 января. За 2020 год на территории областного центра было допущено водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, 16 дорожно-транспортных происшествий, из которых двое погибли и 33 человека получили различные ранения. С 1 января по 20 января было допущено 16 дорожно-транспортных происшествий, из которых ранено 19 и один погиб человек.